Здорово всем, парни, с вами Василько, это MailBet, ссылочка на сайт будет в закрепе комментариев, спускаемся вниз, там есть комментарий и первый комментарий, ссылочка на данный сайт. Также там есть промокод на 10400, вводите его при регистрации, получите 10400 на свой баланс. Короче, парни, индийский покер, я не знаю, что это такое. Дайсики есть, 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 что еще? Что такого интересного, где мы еще не играли? Камень, ножницы, бумага, но это... Такая вся игра, конечно. Надо сегодня сделать русскую рулетку. Посмотрим. Блин, игра непонятная вообще. Парни, давайте в гараж пойдем. 100 рублей. Сделал ставку. Ну тоже вот за парня. Капец. Тыкнешь один раз. Она улетает сразу. Да, тут тоже какие-нибудь стратегии можно разработать, типа. Вот. Раз, два. Только иксы надо знать. Мы-то иксы не знаем. Поэтому страдаем. Капец. Типа, можно два раза вот так вот. А, x2 это. Парни! 4900 на балансе осталось. Я как бы играл, машину открыл даже. Но что-то ролик какой-то херовый получается, пиздец. Мне бесит вот эти режимы. Apple of... Ну, типа яблоко, короче. Вот яблоко от яблони не отличается, да? Блять, даже вот эта вот хуйня. Она нас сливает. Пиздец. 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 Две семьсот заберем. Две семьсот поставим. Две семьсот поставим. Пять таким же макаром. Пять 220 заберем. И последняя ставочка 5 228. Я надеюсь, то что 10 000. Хорошо, пацаны. Хорошечно. Хорошечно, клубнично. Отрезок сорвали. Нормально так. А то я на паузе еще у меня стояла херня это, короче. Я на паузе играл. А сейчас все. Мы x2 сделали. Хорошо. Сейчас вот эти бабосики сольем. Это очень легко сделать. Вот, все. 10 тысяч, пацаны, подняли буквально за чуть-чуть, совсем чуть-чуть мы подняли с вами за 10 тысяч. Потом можно нарезочку сделать или же, я не знаю, посмотрим, короче. Все, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставляйте полезные комментарии. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи, всем удачи.